Родителям новорожденных малышей в округе дарят подарок «Расту в Югре» – шкатулку с мамонтенком и карточкой с QR-кодом внутри. Активируя его, родители могут получить 20 тысяч рублей, а также ссылки на полезные сервисы. Если ребенок первенец, рожденный до 35 лет, то мама имеет право на дополнительную выплату в 15 тысяч рублей. Подарок вручается родителям или одному из них, которые зарегистрировали рождение малыша в органах ЗАГСа Югры. Напомним, 2024 год объявлен президентом Российской Федерации годом семьи. В стране проходит множество мероприятий. Например, всероссийский семейный конкурс под названием «Всей семьей». Раз в неделю участники получают задания, которые необходимо выполнить вместе, а затем в своих соцсетях опубликовать фотографии с хэштегом «Всей семьей». Подробности можно узнать на официальном сайте.